Доброе утро, ребята! Меня зовут Ади. Сегодня я хочу показать вам, как приготовиться сыром омлет. Сыром омлет у нас очень популярный завтрак, получается. Overseas сыром омлет. Я покажу вам, что нам надо для сыром омлет. Сейчас посмотрим. Нам надо помидор. Посмотри, одно помидор. Одно вот так лук, я почти делал. Одно симла мирч называется. Ну, который это такой большой, зеленый перец. Ананий остров. Это зеленый перец, получается остров. Два будем вот такой. И два кусочка вот так с сыром. И четыре яйца. Четыре яйца вот так овощи. Надо два омлетки будет. Сейчас я возьму. Омлет будем с собой. И здесь мы положим. Посмотрите, одна ложка соль и немного куркума порошок и немного красного перец порошок. Будем так писать. Надо порошок писать. Теперь сейчас будем разрезать. Посмотрите. Так, симла мирч. То убирается надо. Вот так. Сейчас будем разрезать мелкий-мелкий. Так, порезаем и положим сюда. Лук, так будем порезать мелкий-мелкий. Помидор тоже. Это зеленый перец. Посмотрите, я порезал лук и симла мирч, зеленый перец и помидор. Сейчас мы мешаем сюда. Так,
1 минут будем. И положим масло немного. Смотрите. Вот так масло дали. Сейчас вот так сейчас положим туда так сиром. Так сир. Так, будем подавать на рельс. Так, вот сейчас сильно видно. Так. Да, омлет уже готово видно. Посмотрите. Так. Сейчас будем вот так. Вот так. Посмотрите, сиром омлет уже готово. Посмотрите, как сыр. Вот так получается. Она очень пахнет, очень вкусно пахнет. Очень вкусно. Вы тоже попробуйте. И очень быстро получается. 5-10 минут хватит готовить. Спасибо. Я думаю, вам понравилось, как я быстро готовила сыром омлет.